Сразу после окончания голосования участковые избирательные комиссии начали подсчет голосов. Всего в день единого голосования в Заинском муниципальном районе работали 64 избирательных участка. Была отмечена высокая явка. По итогам в городе явка составила 94,99%. По району приняли участие в выборах 97,86% населения. Партия «Единая Россия» набрала по Заинскому муниципальному району 97,05% голосов. Это составляет 42 279 человек. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Айрат Харулин, избиравшийся по одномандатному округу, набрал 89,6% голосов. В этот же день проходили дополнительные выборы депутатов муниципального уровня. В Заинском муниципальном районе было избрано 18 депутатов, 16 из них в районный совет, 2 в городской. По итогам, в Заинском муниципальном районе выборы прошли организованно, без нарушений. Явка избирателей более 90% показала, что жители города и района неравнодушны к будущему своей страны и республики.